Так, это задача у нас. Так, что с градусником с нашим? Непонятно, нам бы... Так, еще раз, верстак где у нас? Верстак опять впереди. Но это вроде бы неплохо достаточно. Так. Не понял. А, настройки, сложность. Ну. Давайте вот так вот. Чё там так? Изменение уровня сложности игры приведет к исключению ряда призов. Вы уверены, что хотите продолжить? Блин, вот у меня, знаете, какой вопрос? Вот у меня сейчас, например, силовые узлы. Один, да? 69 тысяч кредов. То есть, если я уровень сменю, то у меня это все исчезнет или просто уменьшится в дальнейшем? Вот это непонятно, блин. Что ж такое-то? Вот смотрите, например, тяжелая. Так, приведет к исключению ряда призов. Блин! А вот хрен знает, а? Что делать-то? О, такое искушение. Ну, наоборот, не искушение, такой сложный вопрос достаточно. Вот хрен знает, реально, вот. Я бы сменил сложность, но, блин, я не знаю. Доктор Хайди Латчфорд, research summary organic material analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. First, it is human DNA. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a soupy DNA sludge when the Aegis 7 marker was destroyed. Ну тут интересную информацию нам рассказывают. Это как такой детектив, только космический. Плюс это игра и плюс еще страшилочка. Там комнатка какая-то. О, вот и верстачок. Сейчас силовой возьмем. А, нет, тут кредиты. Ребята, думал, угадаю. Так. Так, а нас всего один, чем качать-то будем? Если только... Так, плазменный, что у нас тут? Плазменный. Стазь, длительность... Плазменный. Ой, труборез. Так, длительность. Шикарно. Теперь будет гораздо дольше. Я уже после первого раза уже заметил, насколько дольше стало. Так, отсюда мы пришли, походу, да? Блин, ну вот реально. А, стоп, вот что хотел посмотреть-то. Забыл. X. Нет, тут, как видите, все прокачано, да. Значит, это просто... так я и подозревал, что просто-напросто костюм немного другой дизайн, и поэтому у него, соответственно, градусник, ну, вот эта вот зеленая полоска сзади на хребте, ну, где хребет, вот. Она просто выглядит как бы меньше. То есть, а по сути дела, здоровушки примерно столько же. Что он сказал? Айзек? Блевон идет. Не двигайтесь. Хорошо. Открылись. А, все, да? Мяса не будет. Так, а это что за комната? Тоже секретная какая-то. Или мы отсюда пришли? Ну, а, ну да, мы...
Так. Что за фигня? Стоп, секунду. Ага. Это та дверь? Да, все ясно. Все, не будем мешкаться. Пошлите дальше. Так, так, так. О, шкафчики. Блин, что за звуки? Так, ну-ка давайте еще. Ой, нет, нет, настройки. Блин, вот все-таки вот это мне интересно. Мне реально, если, например, я нажму готово. Приведет к исключению ряда призов. Вы уверены, что хотите продолжить? Так. А, все нормально. Да. А, то есть силовые узлы. Так. Так, то есть получается, типа силовые узлы они будут меньше давать, ну и кредиты всякие там. Можно нереально даже попробовать. Блин! Что за звуки? Да выходи, хорош пугать уже, блин. Ах ты тварь. А, сдулся. Так, это не будем подбирать. Это тоже. А, ну это и есть это. Так, ну пила будет застревать в этом. Если я вот так стрельну, она застрянет в дверном проеме. Кто тут стрелял меня, я только что слышал. Что это такое за звук? Еще темно, блин, со всех сторон причем. Офигеть. Блин! Фу, я как увидел его со сраные эти глаза. Ого. Видите, как долго пила крутится уже? Опа, вот это пес. Ладно, это не будем подбирать. Фу! Так, а кто тут был-то? А, с него, наверное, вот эта хрень выпала. Ой, ёпа, что это за органическая хреновина здесь? О, силовой! Бесполезно! Да не блюй ты на меня, ёп. Темно еще, капец. Во, нормально собирали. Умри, козел. Все, да? Больше мяса не будет, что там у нас? С арсеналом. Да пока шикарно. Не знаю как. Хватит. У меня яйца в этот сожмутся. Да откуда вас столько? Где ты? Ах ты засранец. А где он? Я его не вижу. Блин! Мне все уже. Да сколько их тут? А чё это? Началось опять у меня. Офигеть их тут. И там еще кто-то идет. С фонарем. Офигеть, сколько их тут! Блин! Чё за мясо, ребятки? Собирай, собирай, Айзек, быстрее.
Обалдеть просто. Так, еще с них собирать надо все это говно. Где вот тут еще один? Наверное, с него собрал, да? Вот здесь его распилил, по-моему. Блин, а вот это я помню, тут вообще мясо нас с Айзеком, по-моему, в той первой серии Dead Space замесили. На всякий случай еще подавлю их всех. Чтобы. Так, с аптечками что у нас? Нормально пока. У нас еще даже градусник не до конца зеленый, не до конца желтый. Все, бегом отсюда. После такого дерьма надо сохраниться. Хотя, в принципе, ничего стрёмного такого. Можно даже на нереальный поиграть. Так, невесомость. Это значит, что нам будет... Да, что-то делать. Ну да, он сказал, что восстановит там подачу энергии. Не подачу энергии, а... Как это сказать? Стазис нам вот зачем-то нужен. Значит... В общем, воспользуется какой-то там штукой Шимуры, чтобы перекинуть их. Или со стросом. Куда подальше. Так, это... Чё парюсь? Тут же невесомость. О! Так, сейчас вот сюда зайдем еще. А это, видимо, какой-то лифт, да? Так, хорошо. Не понял. О, вот там что-то схема какая-то, да? Силовой блок. А нам он не нужен, да? Фонарик. Я просто хочу осмотреть, все ли я тут соберу. Так, ладно, давай, где эта штуковина была? Вот это что ли? Ну, стазис зарядить можно после того мяса, которое только что с нами здесь было. Так, я не понял. Вот, 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 нашел. Ну что, будем собирать кубик-кубик, да? Так, вот сюда еще. Признавайтесь, куда запрятали засранцы? Вон мигает, да? Тормоза пошли. Че, никак, что ли? Во. Че за тормоза реально? Опять, что ли, обновление с Виндуса? Так, куда... А, ну все правильно, вот сюда. Сколько еще надо? По-моему, две, нет? Да, две еще. Хорошо. Вот. Так, куда это у нас идет? Это у нас вот сюда. И еще одна штуковина. Во. По-моему, нет. Это нет? О, да. Шикарно. Гравий-захваты. Надо включить. А то упадем еще. Здорово. Ого. Лестница восстановилась. Что происходит? Вот оно чё, вот для чего стазис-то. Так, а для... Так, и чё дальше? Сейчас посмотрим, что там дальше. А зачем стазис тогда? Может, собрать что-то? А, там, наверное, двери, может быть, какие-то секретные есть. Нам назад, да? Не, сейчас ходим. Посмотрим, что... Так, там, по-моему, лифт не работает, да? Да. Все, невесомость, да, все, нет. Подожди, а чё же, зачем же здесь стазис-то? Понятно. И лифт тоже не работает. Наверное, мы еще не все сделали. Ладно, погнали.